Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала. Сегодняшнее видео у меня опять вне очереди, так как в очередной раз, гуляя по магазинам, я не мог отказать себе в удовольствии, чтобы не купить себе новый аромат. И сегодня я приобрел себе Montblanc Emblem Absolue. Это Eau de Toilette 100 мл. И сейчас я его распакую. А потом, как всегда, в конце недели, после того, как я его разношу, я сделаю полный обзор на этот аромат. Готовы? Я тоже. Тогда давайте начнем распаковывать. Ух ты, как хорошо закрыли. Плотненько. Вот такая вот блестящая, красивая коробочка. Давайте посмотрим, что нас ждет внутри. Ух ты! Вот такой вот флакончик в форме, я даже не знаю, звездочка или шестереночка. Ого! Плотно закрыто. Угу. Как он открывается? Уа! Хорошо, закрыли. Ого! Я с такой системой еще никогда не встречался. О, наконец-то! Чем же он пахнет? А запах очень такой интересный. Он пряный и фруктовый. Шикарный запах. Как я уже сказал, я отношу этот аромат и в конце недели обещаю, что я сделаю полный обзор. А вы будьте счастливы, будьте здоровы. Всем всего наилучшего вам. До новых встреч. Пока.